В Ялуторовском районе накануне произошла авария со смертельным исходом. ДТП случилось на 42-м километре трассы Тюмень-Омск. Там столкнулись большегруз «Скания» и две легковые машины – БМВ и «Шкода Фабия». Водитель последний, 47-летний житель поселка Вензели, погиб. На видео то, что осталось от одного из автомобилей. Сейчас устанавливается точная причина аварии. По предварительным данным, «Шкода» зацепила обочину и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом. После этого «Скания» столкнулась с БМВ и оба этих автомобиля отбросила в кювет. «Шкода» осталась стоять посередине проезжей части. Водитель «Шкоды», 47-летний, житель поселка Вензели Тюменского района, скончался на месте ДТП. Предварительно другие люди не пострадали. Также инспекторы ГИБДД призывают автомобилистов в сложных погодных условиях внимательно относиться к выбору скорости на федеральных автодорогах.